Сегодня у нас в меню детям рисовый супчик на курином бульоне. Любим густой. На гарнир у нас сегодня картофель в мундире обжаренный с чесноком, с травами. Очень вкусно. Основное у нас это индейка с грибами, детям с помидорами. Также сварила клубничный компот. И у нас небольшой праздник, поэтому торт на сковороде, только крем я сделала, сгущенка вареная и сметана. Всем приятного аппетита! Только дай знать, где ты находишься. Дай знать и все. Нет, не затерто. Не затерто. 604. Тут только у меня три цифры и три буквы почему-то. Не, тут не трех, да. Тут 604. X. Y. И буква И русская. Их. Еще раз, Андрей, повторите, пожалуйста. Значит, раз, цифры 604, буква X, и Y, ну, то ли U русская, то ли Y, по-моему, это Y. И последняя буква И. Лошара. Класс, я тебя развел. А что получилось-то, продиктуй. А что ты людей-то разводишь, бабки с карт воруешь? Думаешь, нормально? Ну лохшком-то ты оказалась. Мразь, тебе нормально вообще? Класс вообще. Да ладно. Мразь, ты сразу не мог сказать, что вы меня разводите. Ты мое время тратишь, у меня список огромный. Да? А что тебя будет? Тебя что, ругать будут? Ругать будут, что раз... Да ладно, что я с тебя... Поугорал с тебя, Серёга. Я вы еще, знаете, что... Поугорал? Ты просто, что ли, сразу не мог сказать, что ли? А что вы лохи такие? Я тебя в своё время, Серый, он конченый. Ты мне скажи, мы что тут, клоуны, что ли? А кто вы есть-то? Вы и есть... Подскажите, пожалуйста, как будто смс-ка пришла, не вижу. Очки дома забыл. Сын, пришли результаты твоих анализов. Срочно едь домой. У тебя коронавирус. Уйди отсюда. Не понял. Где отсюда? Это что значит? Ну, отстань от меня. Я? Да. Как относитесь, вот... Несовершенство социальной структуры, в частности, современного законодательства российского. Нет. К законам природы, высшей справедливости, конструкции, мировоздания, межчеловеческих отношений и прочей вселенской сущности. Спасибо. А то много слов будет. Я не утомил в процессе общения. Нет. Все, спасибо большое. Берегите себя. Спасибо. Мужики там осторожно, пьяные водители. Спасибо. На пачках сигарет все время пишут, курение убивает. Ну. Почему на водке такое не пишут? Она же тоже вредная. А зачем на водке писать, курение убивает?
Ого, вот это дыни. Можно потрогать? Что, молодой человек? Дыни, ну дай потрогаю. Идет полиция. Пожалуйста. Приготовьтесь, потому что сейчас в нашу студию зайдет самая красивая девушка Москвы. Можете еще раз встать, пожалуйста? Я рядом с вами уже не встану. Ноги от ушей. А что из этого настоящее, скажите? Я искусство. Я современная классика. И зовут меня богиня. А, придется подойти. Я потерял дар речи. Thank you.